письмо Айши. Старая Айша всю свою жизнь прожила высоко в горах, никуда не выезжая, не считая редких поездок на базар в соседний городок. Это был единственный мир, который она знала. Здесь она ежедневно молола зерно и носила из колодца воду. Здесь родились и выросли ее дети. Муж ее умер, а дети вышли замуж, женились и уехали в другие деревни. Так осталась старая Айша одна. Последнее время она стала плохо видеть. И все указывало на то, что вскоре она совсем ослепнет. Ее страшила мысль, что тогда станет с ней. Дочери любили ее, но зятья не хотели жить с ней в одном доме. Да и она сама не хотела покидать свою маленькую хижину. Может, можно еще что-то сделать с ее глазами? Вечером, встретившись с возвращавшейся с базара соседкой, она посетовала на свое здоровье и поделилась с ней своими страхами. И что за счастье! У соседки была для нее хорошая новость. В маленьком городе, куда она ездит на базар, работает медсестра в одной христианской миссии, и у нее есть хорошее лекарство. Многие приходят к ней и исцеляются от кашля, от сыпи и от болезни глаз. Денег она не берет. Соседка хотела в следующий раз поехать вместе с Айшой и предложила ей свою ослицу. Домой Айша шла успокоенная, в надежде, что ее глаза скоро будут хорошо видеть. Неделю спустя Айша сидела в маленькой аптеке миссии, любопытно разглядывая все вокруг. Когда подошла ее очередь, сестра ласково поздоровалась с ней, посмотрела ее глаза и попросила немного подождать. Когда все больные ушли, сестра подошла к ней и заговорила с ней на ее родном языке. Айша была приятно удивлена. «Я не могу вам помочь», — сказала сестра. «Вам нужна операция. Но у меня есть в большом городе на побережье брат, который работает там в клинике глазным врачом. Я уверена, что он сможет вам помочь. А как я попаду к нему?» «На автобусе. Но я никогда не ездила на этих огромных автобусах. Да и денег у меня нет. Может, ваши дети могут вам помочь? Но если бы они даже и помогли, что я буду делать, если я приеду в город? Я ни разу не была там, обязательно заблужусь. Вы спросите дорогу к больнице, ее все знают. Если даже я и попаду туда, доктор может меня не принять. Я старая, простая женщина, и он не поймет мой язык. Он каждый день принимает много старых, простых женщин и разговаривает на их языке. Кроме того, я дам вам письмо, в котором напишу, что вы проделали долгий путь». Мысль о письме успокоила Айшу. Она вернулась в свою деревню и дала знать обо всем детям. И вот Айша снова появилась в миссионерской аптеке. Ее сопровождал зять, чтобы купить билет и помочь сесть в автобус. «В городе на побережье», — объяснила она миссионерке, — «ее встретит дальний родственник, у которого она сможет жить. Но сначала она хотела бы непременно получить обещанное письмо. Оно ей обязательно поможет». Прошло много времени, прежде чем медсестра снова увидела Айшу. Она еле узнала ее. Айша носила теперь очки, и походка ее была намного увереннее. Она снова могла видеть. Придя в аптеку в приемные часы, она подождала, пока все уйдут, потому что непременно хотела рассказать свою историю сестре. Сестра пригласила ее к себе наверх, и за чашкой мятного чая Айша поведала ей о своих приключениях. Сестра улыбалась, живо представив себе эту картину, переполненную пациентами больницу, уставшего врача и старую энергичную женщину. «Я отправилась в путь рано утром, когда вы мне сказали», — начала свой рассказ Айша. «Как я вам и говорила, я заблудилась. Родственник, у которого я остановилась, дал мне деньги на автобус. Но я села не в тот,
И когда я добралась до больницы, было время дневной молитвы. Дверь была закрыта. На улице стояло много людей, которые, как и я, опоздали. Они стучали в дверь до тех пор, пока не вышел мужчина и не сказал, что комната ожидания переполнена и что мы должны прийти после обеда или завтра. Некоторые вступили с ним в переговоры, другие ругались, но все было бесполезно. Дверь оставалась закрытой. Тогда я подняла письмо и, что было сил, закричала: «Подождите! Я пришла во имя его сестры! Я пришла во имя его сестры!» Мужчина бросил взгляд на письмо и замешкался. Оно показалось ему настоящим. Кто знает, может, это срочный случай. Он проводил женщину приемную. Доктор узнал почерк своей сестры, прочитал письмо и осмотрел мои глаза. Все было ясно, и он сказал, что примет ее в госпиталь. Для врача это было обычным случаем, но для старой женщины это было как чудо. «Мужчина, что стоял в дверях, впустил меня», — продолжала она сияющими глазами. «Меня одну, остальные должны были уйти. Многие стояли там и ждали меня. Меня же мужчина провел прямо к врачу. Тут я опять сказала, что пришла во имя его сестры. Многие ждали его, но он все оставил и стал читать ваше письмо. Он повернулся ко мне, старой и бедной, как я есть, и сделал все, как вы его просили. Устроил в больницу, прооперировал, и сейчас я могу видеть». Она немного подумала и добавила: «Как важно должно быть для него ваше имя, как дорого. Он все сделал для меня, о чем вы его просили. Как драгоценно ваше имя». Во имя Иисуса. Это не волшебная формула, с помощью которой мы получаем ответ на наши молитвы. Как выше уже и говорилось, и мы об этом знаем, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа привели нас обратно к Богу. Только на основании того, что Иисус совершил, Бог принимает нас как детей. Словами «во имя Иисуса» мы признаем, что можем приходить к Нему благодаря заслугам Христа. Так же, как сестра просила что-то вполне определенное для Айши в письме, подписанном ее именем, так и мы можем просить и получать желаемое во имя Иисуса Христа, ссылаясь на Его обетование.